эти выборы стали первой официальной оценкой общественного мнения после того, как антиправительственные протесты 2-3 года переросли в одни из самых серьезных политических потрясений с момента Исламской революции 1979 года. Правителям Ирана необходим высокий уровень явки для восстановления их легитимности, подорванной после беспорядков. Иранский верховный лидер Аятолла Али Хаменеи говорит: «И наши друзья, и те, кто проявляет интерес к иранской нации, а также наши недоброжелатели, со всех сторон наблюдающие за вопросами нашей страны и за нашей дорогой нации, обратите на это внимание. Радуйте своих друзей и разочаровывайте недоброжелателей». Однако официальные опросы показывают, что голосовать собираются только около 40% иранцев. Явка достигла рекордно низкого уровня в 42% на парламентских выборах 4 года назад, тогда как около 60% избирателей приняли участие в парламентских выборах 2016 года.